фестиваль «Дебют». Свято гарного настрою і посмішок. Фестиваль талантів – це велике свято, бо мистецтво – саме життя, і воно безсмертне. Тож давайте починати! Завдяки фестивалю «Дебют» 2015 розкриваються всі приховані таланти. Хореографи можуть показати, як вони співають. Художники не лише вміють гарно малювати і зображати навколишні пісні, а й танцювати. Музиканти не лише гарно грати, а й декламувати. До того ж, є приємна новина. Сьогодні на вченій раді університету Левченко Миколи Григоровича було обрано декана факультету культури та мистецтв на ум'янські роки. А оцінювати наших конкурсантів сьогодні буде журі у складі випускників факультету культури і мистецтв. Будніков Олександр Бородимирович, актор. Заступник директора Херсонського центру позашкільної роботи. Ступка Юлія Ігорівна, актриса Херсонського обласного академічного театру «Мінерока». Коломієць Антон Васильович, режисер, редактор ТРК «Скіпія». Кафанова Анна Сергіївна, керівник хореограф-постановщик зразкового народного колективу «Кавуновий світ». Рубльов Станіслав Вадимович, актор Херсонського обласного академічного театру «Мінерока». Дуже приємно. Дівчата, на нашу сцену зараз вийдуть культурологи. А хто ж вони? Це мистецтвознавці. Це актор? Це організатори дозвілої діяльності. А може взагалі аніматори? А може хай 111 група розповість, хто вони насправді? Зустрічайте на сцені культурологи 111 група. Спасибо.
Угу. Нет, и в честь этого мы приготовили тебе подарки. Да. В каждом университете
Недавно
дивимось, кого сьогодні в залі більше, хлопців чи дівчат? Хлопці, ваші оплески! А тепер дівчата! Дає те, що пише. А які художники 121-ї групи, зараз дізнаємося. Зустрічайте на сцені. Не
Так, кажись, туда попал. Кафедра изобразительного искусства. Художнички, значит, ну ничего, мне мать тоже девчонка говорила, что я весьма неплохо умею. Правда, трава у меня всегда была зеленая, небо красное, а солнце совсем синее. О, я тебя как раз ищу. Да? Нет. Ты же совет новенький, верно? Мне просто парень сказали, чтобы я тебе показала, тут что, да как? А я тебя, знаешь, сразу в толпе увидела. Ну, знаешь, рыбак-рыбака.
I've been running around the mountain, so my first name is Rebecca.
Yeah.
Танцуем? Ну, давай. Сейчас посадобль будет, умеешь? Конечно. Огня. Thank you.
was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much of healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming there that who we used to be when we were young and true. I forgot how it felt before the world fell. A different world between us and a million miles. Thank you.
Сегодня мы хотим вам представить группу
знаменитой стать хочу, за границей выступать, Украину прославлять. И сейчас поет песню Федоренкова Ирина. Встречайте! Yeah.
Привет. Я здесь, под яблоней. Я не могу с тобой играть. Я не приручён. Приручить — это давно забытое понятие. Это значит создавать курсы. Да. Ты для меня всего лишь маленький мальчик. Только такой же, как и 100 тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужна. Я для тебя всего лишь лисица. Точно такая же, как и 100 тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Я буду для тебя единственная в целом свете. И ты один в целом свете. Скучная у меня жизнь. Я хочу за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковые. И люди все одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, то моя жизнь словно солнцем озарится. Свои шаги я стану различать среди тысячи других шагов. Заслышав людские голоса, я убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня словно музыка, и я выйду из своего убежища. Видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеб. Золотые голоса ни о чем не говорят мне, но у тебя золотые волосы. И как будет чудесно, когда ты меня приручишь. Я полюблю шелест колосьев на ветру. Я знаю, у тебя мало времени. Людям не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи, готовые в магазинах. Но разве есть такие магазины, которые торговали бы друзьями? Потому люди больше не имеют друзей. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. Нужно запастись терпением. Сядь вот там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду искоса на тебя поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Лучше приходи в один и тот же час. Если ты будешь приходить в 4 часа, то еще с 3 часов я почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. Ну, если ты будешь приходить каждый раз в разное время, я не буду знать, к какому часу готовить свое сердце. Настало время прощаться. Я буду плакать о тебе. Плакать? Да, конечно. Нет, мне хорошо. Помнишь, что я говорю про золотые колосья? У меня есть секрет. Он очень прост. Золото – одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю свою душу. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Мы навсегда в ответе за всех, кого приручили. Reaching my ivory tears, bring me out of the dark. Fire.
Чувствуешь этот запах из его бриза? Фу, что за
А это уже мой пьяный кореш. Так, вот, мать, не говори слова моего отца кладовщика. Ярик, выходи за Тони! О, нет! Ярик, я буду раз! Берегите меня! Ты оттуда еще никто не возвращался! Я вернулся! Что так тебе и видно! А, интересно, это у него конкурсия, и он хорошо играет. Так, надо болеть. Пока. I'm too hard, I think.
думать о нашей проблеме. На нашем факультете учится очень мало мальчиков. Все согласны с этим? У нас в группе вообще он один, всего один. И я вообще не представляю, как это, и поэтому я решила спросить у самого Влада. Итак, Влад, можно попросить его на сцену? Здравствуй, Влад. Итак, можно спросить у тебя, как тебе живется среди девочек? Ну... Видите, я даже не слово сказал. Закрой свой рот! Видите? Я вообще ничего не понимаю сейчас. Девочки, что происходит вообще? И что это было? Чего вы не дали ему слово даже сказать, а? Ну ты же сама все видела. Он обиделся и побежал жаловаться. Мамочка моя. Я не поняла, кто это тут обижал моего Владюшечку? Я же говорила, он побежал жаловаться. Владя, иди сюда, сынок. Почему вы обижаете моего сына? Понимаете, ваш сын тютя. Девочки, так это же поправимо. Ты чё тётя такой-то? Ты чё тётя такой, я тебя спрашиваю? Ну, мам, хватит. Чё хватит? Чё хватит? Ты чё тётя? А, девочки, видите, он больше не тютя, я всё уладила. Девочки, он не хиленький, он жилистый, мускулистый. А ну покажи мускул. Покажи мускул немедленно. Мам. Мускул покажи, я сказала. Как мне показывала, когда я тебя в ванной купала. И лицо такое уверенное сделала. Скажи, я уверен в себе. Я уверен в себе. Посмотрите, девочки, какой защитник. Да-да, мы видим. Ладно, ладно, мы больше не будем его обижать. Вот и славненько, я все уладила. Я пошла. Идемте на пары. Влади. Ой, ну давайте вернемся к той проблеме. Ну, на нашем факультете очень мало мальчиков. Итак, представьте, следующая миниатюра – поступление в театральный вуз. Отдало. Да, давай.
Это ж надо работать с залом, да? Пошла, пошла, работаешь, работаешь, не получилось, убросила. Пошла, опять глазами, 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 да, работаешь, работаешь. Ну, другой дело-то мужик был, да? Слушайте, вот я бы вас сейчас заново приняла. Следующий, пожалуйста. Здрасте! Это из какой-то к нам трассы? Слышь, ну, в смысле, с чем к нам не поступать пришли? А, я хочу танцевать. Так, танцевать вы будете на юбилее прокурора, когда вылезете из торта. А у нас это называется хореографический этюд. Пожалуйста. Капеллы и прославленные статуи Давида. Отлично! В 1514
2014 году он возвращается... Ладно, все уже поняли. Добрый вечер, Святейшество. Здравствуй, Микеланджело. Я хотела потолковать по поводу твоей картины «Тайная вещь». Да? Я ей недоволен. Надо же, я целый день сидел. Совсем недоволен. Знаю, вам не понравилась жене, да? По-моему, здорово, добавляет колорита. А, точно, вам не понравилась кенгуру. Что за кенгуру? Он на заднем плане, не кайтесь, я его закрашу, да. Или там сделаю зуба, просто почему. Вот так. А, ну да, годится. Мне все идеал. В чем? По постам, им там 28. Ну, одним больше, одним меньше, же сказал, сделаю одного из кенгуру. Не в том дело, там 28. Я ничего не понимаю. Многовато? Разумеется, многовато! Ну, просто, знаете, я хотела передать атмосферу настоящей тайной вечери. Ну, не какой-то там бутерброд тайком или ужин втихую. Я хотела передать атмосферу настоящей прародительницы всех писок. На тайной вечери около 12 апостолов. Может, остальные потом потянулись, нет? Только 12 и было. А, друзья зашли, наверное, точно? Без друзей. А официанты? Нет. Ну а как же кабаре? Нет. Ладно, я сейчас что-то придумаю. Мы назовем это явное вечеря. Вот понимаете, ели же они до того. Последнее было тайное. А на перене были же явные. Ты не сказала, сколько на ней народу было? Нет. Ну... ладно, ну вот, да, да. Вот в чем на вечере? Послушай! Тайная вечеря, значит, мы смутимся среди Господа нашего. А вечери на Хэллоуин нет. Даже если на ней был фокусник и не гритмянский джаз. Я заказал тайную вечерю с 12 апостолами и одним Христом. Одним Христом? Именно, одним. Объясни мне во имя Господа, что заставило тебя изобразить трех Христов. Но это же работает, понимаете? Работает? Да! Два крутых отлично гармонируют с третьим таким толстым. Тебе нужно, приятель. Тебе нужно фотограф, вот что, а не творческая личность. Это я тебе скажу. Мне нужна тайная вечеря с 12 апостолов. С одним Христом. Полную чуть предназначить мне заплачу. Фашист проклятый. Нет, я проклятый папа. Вот кто я. Может быть, я не разбираюсь в искусстве. Но знаю, точно знаю, что мне нужно. Почему у Микеланджело так и нету картины «Тайная вечеря»? А мы продолжаем нашу тему поступления. Итак, вступной экзамен у музыканта. А я милого узнаю по походу.
А галифе, а шляпу так что? Остановись, ты что, здесь танцевать еще собрались? Ну, я могу бы станцевать, вот сейчас я диско вам, вот, держите. Сейчас. Помогите мне проснуться. Между прочим, хоть бы кто-то разбудил. Так что,
нам не заплатят? Кстати, а где моя кисточка за 300 гривен? Вот твоя зарплата все. Наше выступление подошло к концу, и напоследок мы бы хотели сказать вам все вместе, что мы вас очень любим! И помните, что наш факультет — это одна большая семья!
Маркова. Це були хореографи 231-ї групи. Як ти вважаєш, чи відрізняються художники від музикантів? Я думаю, вони схожі. Цікаво. А чим саме? Художники і музиканти дуже схожі тим, що перші пишуть картину на полотні, а другі на тиші. Цікаво, а як вважає зал? Чи схожі художники і музиканти? Ну чому ж так зразу ні? А чому так? Хтось може врятувати свою відповідь? Гаразд, якщо так, то тоді зустрічайте! Давайте подивимося, яку картину на тиші сьогодні намалюють наші музиканти. Зустрічайте на сцені 341-ша група. Фестиваль мистецтв і дух. Thank you.
нашего факультета. И когда я на первом собрании, общем собрании нашего факультета представлял первый курс и просил, давайте поддержим аплодисментами вот этих талантливых, этих очаровательных, этих изумительных, прекрасных наших ребят. Вы знаете, я горжусь ими. Они сделали правильный выбор. И они вместе с нами будут все время это прекрасное, изумительное пополнение первого курса. Хвала вам и честь! Следующее слово, которое я хотел сказать, это, конечно же, поддержка второго, третьего курса. Как молодцы! Ребята, они в зале, да, они сбежали в зал. Вы не уходите, потому что я для вас тоже спек тортик. Вот, вкусный, особенный. С ореховой прослойкой. А вот это жюри, это вот те, которые стояли когда-то на вашем месте. Вот Денис, который пришел ко мне на ЦДП, довозовская подготовка, да, и сидел, писал там на руке все время себе что-то. Я говорю, Денис, это ты уже записываешь там ответы на вступительный экзамен. Да, не обязательно, он все. Но я говорю, ничего, я все равно с тебя сделаю человека. Но как будто как замдиректора получился. Человек еще не полностью, но замдиректора уже центра творческого, так, Днепровского района, уже хороший, классный, отслужил прекрасную украинскую армию и все остальное. Рядом с ним, да, стоит Юлечка, да, это первый выпуск наших культурологов, красный диплом. Вот, вы знаете,
Ну, как будто тоже за 5 лет было много всего. Так, были слезы, были взлеты. Все, но сегодня, извините меня, заведующая этой частью академического театра «Купол». Так, должность такая нехиленькая, да, с приличной зарплатой, плюс еще актерские доработки и все остальное, да? Вот, Юля, довольна? Да, вот, да. Ну, а это, как я говорю, всегда жертва искусства, моя изумительная, прекрасная. Почему? Потому что человек, который выбрал для себя жизнь абсолютно неспокойную, не пошел по пути своего брата, не стал мальком, да, а стал именно артистом академического театра «Кукол», закончив тоже первый выпуск наших культурологов, и я, кстати, к этому очень рад. Почему? Потому что пару раз я его говорил об упрощении. Не отчислял, вы знаете, что я никогда никого не отчисляю. Она говорит, так, все, спасибо. До свидания, чтобы я тебя больше не видел. Он говорит, Николай Ильич, можно я завтра приду? Я говорю, можно. Как исключение. Вот. И сегодня это лучшая роль в театре. Это прекрасная, которую я вот смотрю, я всегда на премьерах в театре, во всех, и в большом, и в маленьком, так вот. И как любят его зрители, я это ощущаю. Кстати, я думаю, что предложение будет большое-большое, да, Анечка? Вот. Хореография в моей жизни закончилась на моих пенисках, да? Вот так, к сожалению, сложилось. Поэтому «Светанок» закончился, пришлось уйти в драматическое искусство, но я очень рад, что ты остаешься в хореографии. Поэтому успехов тебе и всего самого-самого доброго. Ну и Александр, конечно же, тоже первый выпуск. А? Не, ну Александр, я помню, я популярного ведущего города Херсона оставил на потом. Вот, Александр, который тоже говорил, что Николаевич, может быть не то, может быть не так, может быть что-то по-другому. Но все в жизни, наверное, правильно, да, Саша? Да. Антон Коломоец. Да, я сразу, когда Антон пришел, тоже ЦДП, заочная форма была, все, я кажу, Антон, будешь директором колхоза, я скажу, ні, я буду головою сільради. Вот. Ну, а потім визначилось, що для початку ми самі популярні ведучі міста Херсона по погоді, тому що я не можу вийти зранку з дому, поки Антон мені не скаже, Микола Григорович, сьогодні для вас обов'язково буде сіяти сонечко, так, Антон, чи не так? Да. І ви знаєте, та команда, яка працює на Скіфі і в програмі «Починає день зранку», там відсотків 90, здається, наших випускників, так чи не так, Антон? І ви знаєте, це наша гордість, це наша шана і все інше. І я вам скажу чесно, що, ви думаєте, я забувся про клуб «Клуб Шампанське», так? Да. Ярослав, не смотри на нее, нет, к сожалению, тебе сегодня ее петь не придется, хотя ты изумительно прекрасно выступал, и я этому очень рад. Я это шампанское с вашего разрешения передам вот этому прекрасному и знаменитому жюри. Это будет мой личный подарок для них, а на их решение я и никто из нас абсолютно не влиял, почему? Потому что они серьезные, самодостаточные люди. И, конечно же, они приняли решение самостоятельно. Кто будет говорить? Юля. Здравствуйте всем. Вот. Ну, я не буду долго говорить, все равно сидят, понятно, все хочется домой, наверное. В общем, я начну с простого, скажу, что выбирали мы действительно очень тяжело. Тяжело было выбрать, кто лучший. Поэтому результаты будут чуть-чуть, может быть, кого-то удивят. Но я хочу поздравить тех, старшие курсы, в общем. Выйдите, пожалуйста, к нам сюда, кто сейчас выступал перед нами. 221-я, 341-я и 231-я группы. Можно всем поаплодировать? Вот, и для вас есть особые награды сегодня. Итак, за мистецкий прорыв року нагороджується 221-я группа. Музичне відкриття року 341-я группа.
Дорогие друзья, я еще хочу сказать. Я також стояв на вашому місці, отут, на своєму власному дебюті 9 років тому назад. Дуже хвилювалася. Але це був перший виступ на цій сцені. І вступивши до Херсонського державного університету на факультет культури та мистецтв, це було як храм, і зараз це, звичайно, храм. Дуже хвилювалися, але всі виступили на відміну, так як і ми сьогодні. Тож, я хочу нагородити за третє місце. Нагороджується студенти факультету культури та мистецтв 121 група. Шановні друзі, у нас сьогодні так склалося, що у нас два третіх місця, тому ми з великою радістю нагороджуємо 141 групу. Так, звичайно, там солодощі на двор. Ребята, було так сложно, просто нереально. Ви такі всі круті, такі особливі і просто невероятні, серйозні хореографи. Просто the best. Спасибо вам огромное, получила масу удовольствия, ребята, музиканти. Я не знаю, это просто какой-то волшебник у вас на баяне, это нереально, спасибо тебе огромное. И, девчонки, спасибо вам всем, да, очень было интересно, но мы спорили, не могли прийти к выводу. Ну, вот что получилось. Вторым местом мы награждаем 111-ю группу, пожалуйста. Забирайте свой тортик, забирайте торт, Стас, отдай. Хочу сказать, что просто сегодня победителей выбрать не смогли, нет сегодня победителей. Сегодня две группы, которые вот как-то на уровне, вдвоем, рядышком, вместе. Это, конечно же, хореографы и культурологи. Давайте им еще поаплодируем. Замечательно. Продолжайте так же. Единственное, что я хочу сказать, не бойтесь ничего нового, придумывайте, изобретайте, и все у вас получится. Успехов вам и спасибо вам огромное. Дорогие друзья, Николай Родович, знаете, чому нема первого места? Потому что, вступивши на факультет культуры и мистецтв, вы уже є першими. Дякую, до нових зустрічей. Фотографировать. И мы потом Жене отправим фотографию.
Ну, yes? Да, я. Yes? Это уже съемка. Макс, снимай рюкзак. Спасибо, Танечка. Так, друзья мои, проходите к столу, пожалуйста. Аппарат.